Вот смотрите, видите, подключичный еще раз. Где она? Без эксперта. Вот, и там ребро. Ага. Да, то есть все закрыто. Вот почему здесь передавить сложно, потому что подключичная артерия. Да, здесь легко, а вот здесь вот сложно, и пока она сюда не выйдет в подмышку. И самое главное, запомните, все крупные артерии, они идут за костями. То есть природа сделала так, чтобы их можно было сложнее подтвердить. То есть они все время снутри, все время за костями, то есть они обычно все снутри, даже на бедрах снутри идут. Защита. Да, то есть некоторые места есть слабые, где они выходят, вот шеи там еще, а в основном все равно прижаты к костям, поэтому это удобно. Что еще? Про ребра рассказали. Про... Вот это что такое? Такой хрящ, значит, мужской, а это все-таки немножко трансгерный. Ну вот у нас. Мы поняли уже сразу, когда еще вот это еще не отвалилось. Да-да-да. Ой, он тоже развалился. Когда говорят... Это же Оксана, да? Что это такое? Это они такой точно. Ну они как-то попытались все сделать, она немножко вообще... А вот это что такое? Вот это что так чертащая. Она должна вот так выглядеть. Как это зеленая, это липкая. Шоколадная железа, типа. Вот это должна быть по-другому.